Привет, друзья! Вы на канале Дашин Репортаж. Сейчас я делаю новую игрушку для своей младшей сестры. Игра состоит из деревянной площадки, на которой степлером закреплены кусочки текстильной липучки и грибов, и елочек, на дне которых также закреплена липучка, но вторая ее половина. Благодаря этому с помощью елок и грибов можно создавать различные композиции. Или даже разыгрывать сказки. Также можно считать грибы и елочки, сравнивать их по высоте и размеру. Здесь осталось только обрезать лишние ножницами. Потом приклею эти грибы и на этом буду заканчивать. Кому понравилась такая идея, повторяйте. Думаю, дети ее оценят. До свидания, друзья!